Итак, всем привет. Едем в Умань. Вот. Я думаю, что вам такой формат тоже будет интересен. Вот. Естественно, я выложу это все на YouTube. Посмотрите, оцените, скажете. Вот. Возможно, это будет еще одной рубрикой. Вот. С ребятами договорились. Естественно, куда же без девчонок. Вот. Все будете видеть, все запечатлю. Единственное, почему снимаю, по сути, очень рано, в 5 утра. Вот, солнца еще нету. Я забыл камеру в офисе. Вот, я снимал вчера обзор 6-го айфона. Вот, и я просто забыл камеру. Вот, поэтому иду туда с утра. Ребята мне уже по вайберу пишут, успеешь, не успеешь. Думаю, конечно же, успею, если что. На фару сяду, да, как говорится. Вот, и доеду до них. Поэтому я думаю, что такой формат тоже будет интересен. Естественно, все это выложу на YouTube. Вот, посмотрите. Рассвет, скорее всего, вам не покажу, потому что на трассе, может быть, когда будет светло. Вот, но если будет такая возможность, то обязательно, конечно, сделать вам его показать. Вот, ну, тут уже дворники, поэтому держу вас в курсе. Итак, ну что, забрал камеру, значит, ну, в двух словах, как говорится, уже более-менее светло. Снимаю, кстати, на переднюю камеру айфона, вот, поэтому скажите мне потом, какое, например, качество. Значит, с собой мы взяли, я взял, естественно, теплую куртку, только что поменялся, можете обратить внимание. Вот, одел более легкую, потому что, на удивление, действительно, погода очень классная, прям вау-вау-вау, поэтому я думаю, что если сегодня будет еще и в Умани, очень светло и ярко, то я думаю, что видео и фотки получатся замечательные. Вот мне уже, как говорится, пишут. Да, уже почти подхожу. Вот, поэтому, смотрите, значит, взял с собой, естественно, два айфона. Вот, потому что снимать буду много. Взял камеру. Взял, у меня второй, получается, iPhone роутер, то есть модем. Естественно, скорее всего, буду это все выкладывать лайвом в Instagram. Вот, поэтому те, кто на меня подписан, увидят все чуть-чуть раньше. Вот. Ну, не столько глобальное событие, да, сколько просто интересно, я думаю, что вам будет. Потому что я в Умане, например, был еще в школе. То есть я уже реально практически не помню, что там вообще находится. Ну как, ну, понятно, что я не дебил, я знаю, что там, но именно то есть по красоте очень многие мне рассказывали, что там многое поменялось. Там на речках уже там лодки плавают, ну, тогда этого не было. Но, в общем, не суть. Итак, взял с собой. Итак, мне позвонили. Одна, кстати, из ошибок тех, кто снимает видео, как говорится, с утра в зоопарке забыл включить режим «Не беспокоить». Вот, ну или в авиарежим, то есть смотря что вы снимаете. В общем, беру две батареи, обзор которых на канале, естественно, я сделаю, будет в ближайшее время. Вот, Mac взял, если там, не дай бог, закончилась память, можно скинуть все на компьютер. Естественно, жесткий дополнительный, все кабеля, то есть все это, конечно же, приятно, красиво, удобно, у меня скомпоновано в моем рюкзаке. Вот, так что все, я думаю, что я по времени уже реально не успеваю, поэтому я ловлю фару и еду к ребятам. Так, ну что, ждем Полину. Вот, я думаю, что она вот-вот уже выйдет, хотя сколько можно одеваться, если честно, очень сложно ответить вам. Ну, как говорится, девушки, они всегда девушки, поэтому, ну, это на дверь открыть, наверное, не может. И ключ не подошел изнутри. Очень тихо вышло. Не, нормально. Положила с собой куртку. Thank you.
данного приспособления мы управляли, естественно, радио с моего iPod Nano 6 поколения, да, то есть iPod часы, потому что на трассе, как вы знаете, естественно, радио не ловит. На трассе, как вы знаете, огромное количество заправок, но мы выбирали Сакар. Во-первых, там очень вкусный кофе, во-вторых, вы можете зарядить абсолютно любое устройство, также поиграть в настольный хоккей, искупаться, и вам могут предоставить ноутбук, если потребуется интернет. Также там присутствует принтер, с помощью которого можете распечатать абсолютно любой документ. Естественно, мини-магазин, ну и, конечно же, вкусные хот-доги и многое другое. Мы поехали туда в субботу, поэтому там было огромное количество людей, и, естественно, на входе были небольшие трудности. Итак, наконец-то доехали в парк всей гоп-компании. Вот, купили карты. Ребята, здесь стоят карты 10 рублей. Да, ну гривен, да, если вы смотрите с нас в России, то это, конечно же, гривны. С России гривны, рублей. У нас гривны. Все в порядке, не путай меня. Вот, там вот шашлык. Сейчас, сейчас посмотрим сразу черных лебедей. 30 гривен вход, кстати, да. Для меня было удивление увидеть огромное количество свадеб, хотя с другой стороны здесь действительно очень классные пейзажи, поэтому можно действительно делать очень достойные фотосессии.
ребята, тут, я так понимаю, какая-то происходит традиция. Все дети кубарем катятся с этой горки. Вот она достаточно немаленькая. Вот меня решил поддержать мой товарищ тезка. Да, и мы сделаем приблизительно то же самое. Юля! Ну она, да, она запачкает. Вот, поэтому я не знаю, кто будет нас снимать, но я думаю, что будет весело. Присоединяйтесь. Итак, ну, в принципе, мы на самом деле уже практически везде побывали, вы все, в принципе, посмотрели уже, вот, поэтому ситуация какая. Дальше мы уже начинаем искать выход, вот, мы были в туннеле, мы были возле фонтанов, кстати, подземном туннеле на лодке, вот, смысла абсолютно никакого нету, то есть, ну, не стоит абсолютно своих денег, это стоит 30 гривен, а приблизительно получается, сколько, 12 долларов, ну, около того, абсолютно не стоит своих денег. Там рядом есть ярмарка, у вас есть два выезда, получается, вы садитесь на лодку, там 40 человек, вот, катаетесь от одного места в другое, там пересаживаются, то есть другие люди, вы либо доплачиваете и едете обратно. Вот, поэтому абсолютно не имеет никакого смысла. А все остальное здесь, конечно, действительно очень красиво. Вы, ну, здесь действительно потрясающие леса, здесь, ну, прям действительно очень-очень классно. Здесь был последний раз еще, по-моему, в школе. Ну и вот, поэтому я не пожалел, что я поехал. Но, опять же таки, гуляйте, смотрите, лодка, если там можно выбрать даже катер, вот, и можете тоже покататься на нем. Я не помню уже сколько по деньгам, нам не понравилось, потому что там очень мало места. Вот, но при всем при этом, как бы мы, в принципе, уже закончили. Вот, поэтому... Что там такое? 30 гривен, это 2,5 доллара, не 12 долларов. А, 12 это, да, да, да. Ну, почти, почти. Ничего себе, почти. Можно целый день ездить. Вот, да, ну меня решили подъебнуть. Вот, на самом деле все очень хорошо. Теперь решили справить. С моей математикой, да, очень-очень все печально. Вот, так что мы, в принципе, заканчиваем. У нас остался еще один фонтан, мы уже решили туда не идти, потому что время поджимает. Вот, ну, вот это действительно вам, наверное, понравится. Ну, это красиво, действительно очень приятно. Вот, поэтому я думаю, что это последнее место, где мы пофотографируемся и будем уже ехать потихонечку домой. Поэтому спасибо, что были с нами, и я надеюсь, что вы подписались на наш канал, и вам будет очень приятно. Если понравился такой формат, однозначно ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и я думаю, что я буду часто выкладывать такого плана видео. Всем пока! А с вами был Стас, подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на наши подкасты, обязательно ставьте лайк, если понравилось данное видео, по любым вопросам пишите нам ВКонтакте, Facebook, Skype, либо же на почту, подписывайтесь на наш Twitter, ну и конечно же на мой Instagram. Всего вам доброго и до скорых встреч!